Sonic Boom. Поверни налево! Я не выполняю твои приказы, сама поверни! Почему мы каждый раз об этом спорим? Узрите невероятную мощь осьминога-бота! Очень приятно! Знаешь, было бы гораздо легче, если бы ты перестал бегать. Прости, я занят и не слышу тебя. Бегаю вокруг твоего кальмара-бота. Это не кальмар, это осьминог. Разве не видно по размеру щупалец и головы? Соник, мой лазер-антибот. Вижу цель, один выстрел и все, пауку конец. Осьминог, это осьминог! Тейлз, ты ее проверил? Не волнуйся, сработает! Это нехорошо. Ой, ай, надо было посещать уроки катания на бревнах. Давай сюда! Я могу делать это весь день! Передышка не помешает. Удача отвернулась от вас, так и должно быть! Ведь у меня есть кальмар, то есть осьминог! Теперь я запутался! Гадость! В следующий раз учи тебе логию, прежде чем сражаться со мной! Ребята, я не знаю, что произошло. Я знаю, твой лазер чуть не превратил нас в корм для бота. Да, причем в невкусный. Простите, но он не сработал. Может, дело не в этом? Вдруг это вообще не Тейлз, а спящий агент? Крот, который притворяется лисой. Я тебя раскусила. Хватит! Оставь его в покое. Нет, Соник, они правы. Ну, кроме Стикс с ее агентом Кротом. Я подверг вас опасности. Я должен уйти. Тейлз, подожди! Тейлз, ты в порядке? Я не вернусь, пока не починил свой лазер. Ребята, давайте полегче с ним. Да, Тейлз совершил ошибку. Разве вы никогда... О, простите, если напугал вас, пожалуйста. Примите мои искренние извинения. Ты чуть не сбил нас, приятель! Тысяча извинений. Позвольте представиться. Ти Дабл-Ю Баркер. Инспектор манежа и владелец цирка чудес Ти Дабл-Ю Баркера. Цирк, значит? С клоунами? И слонами! И шоколадными фигурами. Я не знаю, что такое цирк. Увы. Ничего этого у меня нет. Видите ли, мои артисты съели несвежие суши и тяжело заболели. Остались только двое медведей и каскадеров. Как же вы будете выступать? Никак. Дети, они будут разочарованы. Только не дети. Да, дети. Если бы я мог найти добрых людей, которые помогли бы мне оживить магию цирка. Мистер Баркер, вам повезло. Мы с радостью выступим. Говори за себя, Эми. С чего ты взяла, что я захочу танцевать как медведь? Без обид, ребят. Да, да, я понимаю. Тренировки требуют усилий. Далеко не каждый способен. Способен. Мое второе имя. Я думал, твое второе имя, Ёж. Надеюсь, твой цирк угонится за мной. Я согласен. Чудесно! Я рад, что вы присоединились к нам. Подожди, у нас еще один есть. Тейлз, прием. Мы работаем в цирке. Тейлз? Так-то лучше. Да ладно, дурацкий пульт.
Добро пожаловать в цирк, где ваши уникальные способности будут продемонстрированы детям всего мира. Соник, только одно существо способно укротить... Шар страха! Круглая клетка без начала и конца позволит тебе развивать невероятные скорости, оставаясь при этом в ее центре. Здорово! Ты, мой мускулистый друг, отлично машешь кулаками. Но пробовал ли ты поработать головой? Поработать головой? Я понял. А кем буду я? Акробатом? Укротителем тигров? Фокусником, выполняющим трюки, которые никто не видел? Ты будешь грустным клоуном. Грустным клоуном? Я поняла, ты даешь мне глупую работу, потому что я девочка. Готова к номеру на трапеции, босс. Эврика! Я забыл установить противовес для балансировки ускорения. А еще внутри было это. Добро пожаловать в цирк чудес TW Паркера! Сегодня мы продемонстрируем вам чудеса силы, скорости и ловкости. Трюки, которые вы никогда не видели раньше. Конечно, если вы впервые в цирке. Наслаждайтесь! Это не смешно! Это грустно! Вы должны сочувствовать грустному клоуну! Узрите шар страха! Последнее испытание. Отлично! Успею посмотреть танцы с роботами. Нет! Сегодня финал сезона! Во сколько начинается шоу? Отличная работа, ребята! Это было здорово! Надо как-нибудь повторить! Да, безусловно. И мы повторим. О! Эй, что за дела? Видишь ли, на самом деле мои артисты не заболели, они сбежали. Когда я услышал о вашей команде, то поставил эту замечательную ловушку. А вы простаки в нее попались. Сама. Слишком поздно, друзья мои. А вот настоящий подарок. Не так-то просто поймать молнию в бутылку. Мне пришлось специально заказать эту клетку у нашего общего друга. Шар страха, Тагман. Индастрис невозможно согнуть, сломать или расплавить. Всего 6 платежей плюс доставка, и он ваш. Закажите прямо сейчас. Ты кое-что забыл, Баркер. Меня. Неужели? Милая, отзывчивая Эми Роуз. Подумай о детях. Дети? Минутку. На этот раз я не куплюсь. Значит, тур по регионам? На случай, если вы захотите сбежать, я заказал этих ребят. Ребята, я починил лазер. Теперь он работает. А где все-то? Соник, ты меня слышишь? Соник! Тейлз, как я рад тебя слышать! Этот циркач поймал нас! Нам нужна твоя помощь! Вас понял, синий лидер. Помощь уже в пути. Вижу большой шатер, Соник. Тейлз! Вытащи меня из этой штуки! Отлично! Лазер до сих пор не работает. Вот это другое дело! Медведи! Мотожуки! В атаку! Thank you.
выпусти меня из этой ужасной клетки! Я владелец цирка! Отличный полет, дружище! Да, ты молодец! Прости, что назвала тебя двойным агентом. Я не знала, что ты тройной агент. Да, спасибо, Тейлз. Всегда рад помочь. Пойдем отсюда. Что? Нет, нет! Стойте! Вы не можете бросить меня здесь! Вернитесь! 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 Наконец-то я могу выключить эту чушь. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Sonic Boom. Так точно. Я превращу каждый кокос на этом острове в смертельную бомбу с помощью своих верных робопауков, и никто меня не остановит. Бегите, паучки, бегите! Только мне план Эггмана кажется странным. Бомба кокоса с робопауками? Нет, не только тебе. Да, ну как отличить обычные кокосы от бомб? Я понял. Это психология. Робопауки — это крик о помощи, а кокосы — это проблемы в отношениях с матерью. Нет у меня проблем с матерью. О, нет, я обещала Стикс, что проведу вечер с ней. Закругляемся. На самом интересном месте. Мамочка! Ты мне надоел, Соник! Я только постирал костюм! Идем, Стикс! Семеро одного не ждут! Семеро одного? Такое выражение. Чего? Не знаю. Просто так говорят. Выражение такое! Давай, собирайся. Это же так весело. Например, что лежит в твоей сумочке? Сумочки? Да, в ней самое необходимое. Кошелек, бальзам для губ, фотография друга, в которого ты не влюблена. Сумочка, точно! Стикс, ты в порядке? О, нет! Сумочка где-то здесь. Стикс, сколько же хлама? Вот и нет. Это какой-то танец, да? Спасибо, что помогли нам устроить дворовую распродажу. Стикс любит собирать хлам, но мы положим этому конец. Не думаю, что... Верно. Эми, тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Я просто пытаюсь помочь несчастному и безнадежному другу. Эй! Распродажа начинается! Нет, совсем не перегибаешь. Сколько стоит палка с ульем? Не продается. Это подарок моей тетушке. А это череп коровы? Нет, я храню в нем палку с ульем. А как насчет мха? Сколько? Только не мох! В свете луны этот кусок похож на Эми с двумя носами и бородой. 100 монет за все. Дыши глубже. Смотри, Наклз, скопление кристаллов Зучай. Идеальное для создания гиперэхогенного лазера. Что скажешь? Я понял, только смотри, Наклз. Эй, ты что тут делаешь? Я
собирался купить это? 100 монет. 100 монет? Это же грабеж! Пятьдесят монет. Передвиньте скамью на другой конец двора. Будет сделано. Шестьдесят монет. И ни одной больше. Сколько стоит этот шлем? 80 монет. Верно, Стикс? Какая удача! Из этого получится отличная линза для моего гиперхогенного лазера. Осталось только найти камеру преломления и потоковый отражатель, да, Наклз? Ты специально используешь такие слова, чтобы я чувствовал себя, как бы сказать, не очень умным. Глупо. Видишь, я об этом и говорю. Эми, сколько стоит гранитный диван? Сейчас вернусь, только прихвачу еще кое-что. Ложку забыла. Шестьдесят пять монет. Когда это закончится, ты почувствуешь себя лучше. Чистый дом, счастливый дом. А за сколько мы продадим эту старую доску для серфинга? Минутку. Доска сделана из прочнейшего дерева, которое блокирует гранитную дверь с черепом. Да? И что? Это вход в пещеру злых фроглодидов. Эта доска закрывала его. Ой, упс. Соник. Эми убрала доску. Единственную вещь, которая защищала нас от нашествия полчищ фроглодидов из самых недр земли. Виновата. Это точно. Нет, я имею в виду нашествие, а не все остальное. Сколько бы ты ни продала доску Эми, она того стоила. Оу, это единственное, что отделяет нас от толпы злых монстров. Я продам ее за 50 монет. Чистый дом, счастливый дом. Хватит, я поняла. Мне нужна помощь, так что хватит издеваться над Эми, хоть она и заслуживает этого. Стикс! Фроглодиты забрали ее. Что же делать? Обвинять тебя. После. Идти спасать ее. Жаль, что мой гиперхогенный лазер не доделан. Ты найдешь недостающие детали. У нас полно всякого добра. Пора выносить мусор. Что это значит? Драматический момент. О, великий Фрогимандиас, прими эту скромную жертву. Очень скромную. Щуплую, я бы сказал. Но после длительного перерыва ты примешь все, что угодно. Ну что, тебе есть что сказать, о, несчастная душа? Ты слишком дерзкий для того, кто живет в моем подвале. Ты одна нас. Посмотрим. 1 000 000. Сэр, 1 заболел. 1 000 000 - 1. По-твоему, какие у тебя шансы? Эй, знакомый кокос. Отпустите нашего друга. Скамья! Я знала, что этот хлам пригодится. А вот и нет. Вперед! Ули! А! Ули! А! Тут еще остались пчелы. А! Попробуйте мой гиперхогенный лазер!
Кажется, вы устали. Присядьте. Ха-ха! Остроумная шутка. Стикс, держи. О, спасибо. Вперед! Пора уходить из этой пещеры. Заблокируем дверь навсегда. Дизайнерский стеллаж прочный и по фэншую. Не знаю, как вы, ребята, но я хочу съездить к вулкану. Правда? Здорово! Шестьдесят семь. Ладно. Камень улетел дальше. Ну уж нет, мой улетел дальше. Переживаешь, что фроглодиты снова вырвутся из пещеры? Нет, это вряд ли. Братья мои, мы в ловушке. Но эта старая мебель оживила обстановку. Поставь кофейный столик сюда. Он гармонирует с пещерой. Сэр, один заболел. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Соник Бум. О да, кто отправит его в лунку? Наклз, вот кто. Скоро ты испытаешь боль, дружище Соник, и она будет мучительной. Ладно, мы поняли. Тейлз, подбрось монетку, не доверяю я этому парню. Орел! Повезло. Не смотри на меня так. Один ноль, Соник. Да ладно, ты же видел, его сдуло ветром. Что? Всегда учитывай миграцию птиц. Неплохой удар, приятель. Это несправедливо. Может, поработать над замахом? Шутишь? Замах тут ни при чем. Просто удача отвернулась от меня. Наклз, я вижу, ты расстроен, но... Даже не пытайся говорить со мной о моих чувствах. Вообще-то я хотела попросить тебя уйти с моего газона. Соник, этот везунчик выиграл у меня в гольф. Ему просто повезло. Я думала, ты не хочешь говорить о своих чувствах. Не хочу. Я хочу кричать. У каждого из нас бывает черная полоса. Это не про меня. Неужели? Сколько раз ты проиграл Сонику на этой неделе? Я же сказал, не хочу говорить об этом. Может, во вселенной произошел сбой баланса удачи? Это возможно? Дурацкая вселенная. Чтобы вернуть все как было, тебе нужно в ближайшее время навлечь на себя как можно больше неудач. Это ускорит перемещение баланса удачи во вселенной, и тогда она снова придет в норму. Да, все верно.
Вы меня слышали? Ускорит перемещение баланса удачи во Вселенной? Серьезно? Вот оно что. Невероятно, как я раньше не подумал об этом. Когда баланс удачи поворачивается к тебе спиной, нужно действовать как можно быстрее, чтобы развернуть его обратно. Когда я услышал эту теорию, то сразу подумал, да, это же очевидно. К тому же я тренируюсь принимать ужасные... болезненные... жестокие удары судьбы. Я же чувствую, как удача возвращается ко мне! Ну и ну, Наклз, ты в порядке? В порядке ли я? Беспокойся лучше за себя! Или ты нервничаешь перед следующей игрой? Боишься, что я тебя сломаю? Минутку, тяжело говорить с дырой в легком. По-моему, ты не в состоянии играть во что-либо. Это ты думаешь, что я не в состоянии что-то там делать. Но на самом деле, я наконец-то обернул баланс удачи в свою пользу. Твоя полоса везения закончилась, Соник. Крепись, друг мой. Теперь солнце светит над моей головой. Даже обладая таким мощным умом, как у меня, нельзя забывать о рефлексах. Поэтому вы, роботы, будете моими оппонентами в этой тренировке. Приготовились? Внимание! Начали! Кто-то наступил на мои усы! Минутку. На ваши усы никто... Такое впечатление, что в балансе удачи во Вселенной произошел сдвиг. Давайте, метеориты! Я жду вас! Нужно что-то сделать! Он же так покалечится! Что ты предлагаешь? Проиграй ему специально. Еще предложение? Ладно, я поговорю с ним. Предоставьте это мне. Макс, ты тратишь время понапрасну. Дело не в удаче, просто у меня больше опыта. Удача. Опыт. Удача. Опыт. Именно поэтому я и победил в этом споре. Ничего подобного, я еще не закончил. Удача. Удача! Может, обсудим это в другом месте? Соник и его друзья всегда побеждают меня с ничтожным отрывом. Но я нанесу сокрушительный удар, когда баланс удачи во Вселенной обернется в мою пользу. Так что атакуем прямо сейчас. Используем все, что у нас есть. Активируйте Мегу. Стикс, пожалуйста, помоги нам остановить Наклза. Он может пострадать. Нет, если вовремя сдвинет баланс удачи во Вселенной. А если нет? Тогда он наверняка окажется в желудке у хищного растения, где будет медленно перевариваться несколько дней. И мы этого не допустим, да? Надо готовиться к худшему, но я верю в него. Верить в того, кто следует твоей безумной теории? Ты назвал мою теорию безумной? Накс, я надеялся, что ты одумаешься, прежде чем астероид превратит тебя в горстку пепла. Что скажешь? Признай, что удача — единственная причина твоих побед. Устроим матч-реванш прямо сейчас. Опыт против опыта. Давай, начинай. Чувствуешь, земля дрожит? Отличная попытка, везунчик. Ладно, признаю, это немного странно. Немного? Ты что, шутишь? Чудесно! Вторжение прошло гладко. Я бы сказал, как по маслу. Примечание. Нужно придумать злобную шутку. Эй,
Эй, Эггмен, с чего ты взял, что этот трюк сработает лучше, чем все остальные? Баланс удачи во вселенной, вот с чего. Что? Ты тоже в это веришь? Простите, я опоздал. Что мне делать? Меня не задело, правда, я немного вспотел, но ничего. Сегодня мой счастливый день. Ребята, вы целы? С ума сойти! Не могу в это поверить! Мы загнали его в угол. Зачем ты пришел? Помочь? Ты не помогаешь, а только приносишь несчастье. У меня идея. Мы все пострадали из-за тебя. Раз ты такой невезучий, может тебе присоединиться к Эггману? Ладно. Если вы так хотите, я буду работать с тем, кто ценит меня. Наклз, вернись! Подожди. Мы обыграем ситуацию. Жители деревни, ваша паника и история, и крики страха были так очаровательны и доставили мне массу удовольствия, поэтому я решил выразить свою благодарность, представив вам свою самую экстравагантную оду унижения. Встречайте... Мега! Я назвал его так, потому что он больше всех остальных роботов. Эггман, я ушел от Соника. Теперь я на твоей стороне. Ха! Отступник решил присоединиться к победителю. Какая удача! Классный робот. Новый? Да, нравится. Мое лучшее изобретение. Хотя, вообще-то, это прототип. Испытания не проводились, зато дизайн выглядит внушительно. Вот я и подумал, что на волне удачи... Зато теперь мне не придется убирать все эти обломки. Удачи, недотёпы! Да уж, неудача следует за мной по пятам. Или это удача. В конце концов, мы победили. Я был на стороне врага. Вот и нет. Я отправил тебя на секретное задание. Такое секретное, что даже я о нем не знал. Да, видишь ли, ты присоединился к Эггману. Твое невезение перевесило его удачу. Но это было понарошку. Ты победил, проиграв. О, да. Знаете, о чем я думаю? Откуда берутся эти безумные теории? Когда невезение покинет меня, куда оно денется? А вот и ответ на твой вопрос. Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».